драгоценный мир живой природы. С 1992 года Банк России выпускает памятные монеты, посвященные фауне нашей страны. В эту серию входит более 150 монет. Красные книги и сохраним наш мир. Сегодня мы начинаем знакомство с памятными монетами Банка России из серии «Красная книга. Драгоценный мир живой природы». Птица-каравайка обитает в южных регионах России, в низовьях рек Черного, Азовского, Каспийского морей. Гюрза. В России уже очень редко встречается, поэтому имеет особый охранный статус. Алтайский горный баран. Чеканен из серебра в 2001 году. Командорский голубой песец также нуждается в охране. Отчеканен из серебра в 2003 году. Дозорщик императора. Наверное, это вид стрекозы. Отчеканена в 2008 году на 2-рублевой монетке. Сахалинский осетр. Очень древняя рыба. Одна из древнейших на планете. Отчеканена в 1997 году. Имеет номинал 200 рублей. Золото. Небесный усач. Серебряная монета 2012 года. Амурский горал. Отчеканен в 2002 году. Из серебра. Монета достоинством 1 рубль. Камышовая жаба. Обитает на западе России, в Калининградской области. Отчеканена в 2004 году достоинством 1 рубль. Сохраним наш мир. Снежный барс. Единственная высокогорная кошка нашей страны, да и, наверное, и мира. Выпущена в 2000 году, 50 рублей. Также серия «Сохраним наш мир» – речной бобр. Из золота выпущена в 2008 году, достоинством 200 рублей. Дзерен – степная антилопа. В наше время редко встречается только на территориях Забайкалья. Переднеазиатский леопард. Сегодня разводят этих животных в лесах Северного Кавказа. Монета выпущена в 2011 году номиналом 200 рублей. Прибайкальский черношапочный сурок. Живет в Прибайкалье и в Сибири. Но поселений очень мало. Монета достоинством 2 рубля выпущена в 2008 году. Монеты из серии «Музыка танца». Фигуры на льду. Расколдовать Адетту. Монета из серии «Музыка танца». Мариус Петипа. Монета из серии «Музыка танца».
русский балет французским акцентом. Музыка танца. Год Испании в России. Монета 3 рубля, отчеканена в 2011 году. Испанский зной в зимней Москве. Танго, покорившее весь мир. Монета из серии «Ну, погоди». Ромео и Джульетта. Непобежденная любовь. Раймонда. Красота, погубившая царя. Монета к столетию Республики Мари-Эл. Так поют птицы. Монета «Русский балет». Танцующие ноты. Бурятия. Следуя за солнцем. Тело как рассказчик. Монета, посвященная Башкортостану. Давид Ойстрах. Король скрипки. Монета, посвященная второй камчатской экспедиции. Музыка предков. Самый мужской балет. Постановка «Спартак» Большого театра России. И под занавес, родом из балета. Маша и медведь.